Всем привет! В этом видео я расскажу вам о том, как я посетил выставку Hi-Fi and High-End Show Урал 2024. А вот и я. Выдали бейджик. Пойдем смотреть. Прибыл я туда не один, а в компании замечательных людей, таких как Игорь Анатольевич, это Южноуральский центр производства бобин, а также Ирик. Это мастер широкого профиля, но по моим видео вы можете знать его как мастера по студийным катушечным магнитофонам. Это уже второе мое посещение данной выставки. Первый раз был ровно год назад. В этом году мне уже есть с чем сравнивать. И я поделюсь с вами своими личными выводами и наблюдениями. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, here in the morning, a fever all through the night. К сожалению, выставка несколько обмельчала. Нет, те, кто сосредоточен на цифровых форматах, как на основном источнике звука для себя, может быть, этого и не почувствовали. Также было представлено немало сетапов, где в качестве источника звука выступает винил. Поэтому виниломаны тоже остались довольны. На четвертом этаже любителей винила ожидали две торговые точки, где можно было купить пластиночку. Не покидать же выставку с пустыми руками. Также в продаже были компакт-диски и даже аудиокассеты. Огорчает только то, что это были остатки аудиокассет из старых запасов. Кассеты это из старых запасов или это что-то новенькое? Это 2007 года издания. Или даже раньше, я уже как не помню. Ну, остатки, короче, не новые. Да, это старые. Для меня, как любителя в первую очередь магнитной ленты, на выставке ожидал неприятный сюрприз. Магнитофонов и сопутствующей продукции на выставке совсем не было представлено. Если вы помните, в прошлом году было несколько комнат с магнитофонами. На выставку приезжали звукозаписывающие лейблы и демонстрировали свою продукцию в виде записанных магнитных лент высокого качества. Правда, один магнитофон на выставке все же был. На третьем этаже, где расположилась компания Ultrasound Дмитрия Панькова, был установлен магнитофон Ampex. Наше внимание привлекла ритмичная, приятная музыка, которая по характеру напоминала нечто похожее на Модо и Крафтверк. Не пытайтесь зашазамить, вы не сможете раздобыть эту музыку в интернете. Данная запись сделана в студии недавно, и я, к сожалению, не успел расспросить подробнее об этой ленте. Oh,
Яркое впечатление на меня произвела компания Petrik Audio. Я запомнил их еще с прошлой выставки. Это одна из немногих компаний, в комнате которой музыка всегда звучит очень эффектно. Эти ребята знают толк в звучании и смогли меня опять приятно удивить. Молодцы. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. В одном из шоурумов мы повстречали Михаила Борзенкова и непременно воспользовались возможностью сфотографироваться. Давайте я вас на видео, потом кадр вырежется и будет фото. Все, птичка вылетела. Ну я видео снимаю, я потом кадр возьму. Фокус есть? Все. 4К. А в другом шоуруме были представлены невероятного вида кабели. Все по фэншую, как водится у самых ярых аудиофилов. Бескислородная медь, применение драгоценных металлов и обязательно подставочки. Говорят, все это способствует такому звучанию, что и сказать нельзя. Слышно знакомую музыку. Здорово. Привет, Александр Валерьевич. Ирик, а ты здесь? Здорово. Игорь Анатольевич, знакомьтесь. Под конец моего пребывания на выставке немного побеседовали с Валероном. Далее предлагаю вам небольшую нарезку из кадров, которые мне удалось записать на выставке. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч на канале и желаю вам всего доброго. Tu me prends dans tes bras, tu me parles à tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur, une part de mon âme dont je connais la cause.
have changed my mind. Tell you what I know. Give me a roadmap of your heart's direction. And I'll tell you what I know.